В любом, даже самом благополучном и успешном учебном заведении есть какие-то нерешенные задачи. Вовремя узнать о них и помочь – вот в чем важная часть миссии депутата. Дмитрий Голубков и педагоги быстро находят общий язык. Личная встреча с коллективом Захаровской средней школы – очевидное начало большой совместной работы по улучшению материально-технической базы учреждения. Если в среднем учебном заведении проблемы депутату озвучены только сегодня, то с детским садом номер 58 работа ведется с 2016 года. По депутатской линии мы оказывали финансовую помощь по замене проводки, инженерной инфраструктуры, стояки, все, что касается инженерии. И в этом году продолжится частичный ремонт и приведение детского садика в порядок. Ему уже более 60 лет, и, конечно, необходимо его поддерживать в необходимых кондициях. Прошлым летом руководство садика попросило Дмитрия Аркадьевича дополнительно помочь обновить детскую сантехнику и светильники. И то, и другое – ровесники здания, построенного в 1966 году. Просьба воспитателей была выполнена, и вот теперь депутат приехал проверить, как израсходованы выделенные средства. Коллектив этого детского сада всегда очень тепло встречает и, самое главное, показывает очень большой результат. Родители стремятся, самое главное, отдавать своих детей именно в этот детский сад. Его очень любят, у него очень хорошая репутация у воспитателей, у руководства. И вообще это стоит дорогого. Во время общения с сотрудниками был намечен план работ на ближайшее время. Основной упор в 2018 году, по общему мнению, предстоит сделать на ремонт в группах. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».